Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Ответ на вопрос: можно ли жениться на дочери жены, которой он развелся? То есть эта дочка получается падчерица этого мужчины. Можно жениться на ней после развода с ее матерью? Спрашивает человек. Я бы посоветовал бы лучше не жениться, конечно, но отвечу, инша Аллах, что халяль, что харам. Насчет этого есть Коран Аид. Сурат Ан-Нисаи приводится. Аллах сказал в Коране, разъясняя об этом. Вараба ибикум лати фи худжурикум мин нисаикум лати дахальтум бихинна. Аллах говорит в Коране, ваши падчерицы, которым у вас перед вами, то есть вашими женами перед вами воспитываются, перед вами живут. Лати дахальтум бихинна, которым матерями вы имели половой акт, то есть вы с ней, их матери жили, они запретные, считается. Если было у вас просто договор женитьбы, брачный договор, но не было полового акта, то можно жениться, ссылаясь на аят из Корана, сурата Нисая, 23 аят, то же самое приводится в 23 аяте, как и раньше. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ Сурат Ниса, сура женщины. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا Если вы не имели половой акт دَخَلْتُمْ بِهِنَّ с вашими женами, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ То нету запретности вам жениться на ихних дочерях. А если вы имели половой акт сношения с ихними матерями, то это запрещено жениться на дочерей ваших жен. То есть дочка, это получается чужого мужчины. Баракаллаху фикум.